На повестке дня – результаты работ по противодействию коррупции в Нефтеюганске за 2021 год. За этот период кадровыми службами администрации организована работа по внедрению антикоррупционных механизмов в подведомственных организациях и учреждениях. За период 2021 года все муниципальные служащие, определенные перечнем должностей, представили полномочный орган сведения о своих доходах и об имуществе и обязательствах имущественного характера. Данные сведения размещены на официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции». В 2021 году фактов наличия ситуации, при которых личная заинтересованность лица, замещающего должность муниципальной службы, повлияла или могла повлиять на ненадлежащее объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей, не выявлено. Помимо этого были опубликованы материалы антикоррупционной направленности и проведены профилактические мероприятия для школьников. Совет принял решение расширить спектр проводимых работ. На официальном сайте городской администрации есть целый раздел под названием «Противодействие коррупции». Здесь можно увидеть всю законодательную базу, которой руководствуется муниципалитет в борьбе со взятками.